Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее наше видео будет посвящено моей новой покупке. Пришла мне вот такая крутая катушка Shimano Stradic 19 года в размере 4000. Сегодня я хочу вместе с вами ее распаковать, а также рассказать, под какие задачи и цели я покупал эту катушку. Давайте начнем с распаковки и посмотрим, что здесь есть. Такая красивая белая коробочка у нас идет. Открываем ее. А здесь у нас есть отдельно ручка. Отдельно катушечка у нас лежит. Также у нас есть инструкция и схема разбора катушки. Есть у нас регулировочные шайбы. И вот такие штучки, чтобы фиксировать леску при намотке. Сейчас, друзья, посмотрим, как выглядит катушка. Ну и потом я расскажу вам, зачем я ее приобретал. Катушка выглядит очень внушительно. Красивый такой дизайн у нее. Реально такая большая катушка под тяжелые приманочки. Сейчас собираем ручку. Ручка здесь вкручивается в главную пару. Вот так, друзья, она выглядит. Имеет приятный ход, бархатный, как для такого размера 4000-ного. Люфтов практически нет, минимальные люфты. Можно сказать, что их практически нет. И сейчас, друзья, я расскажу вам о характеристиках этой катушки, ну и целях, зачем я ее покупал. Хоть эта катушка и находится в среднем ценовом сегменте, но она собрала ряд передовых технологий Shimano. Здесь у нас и плавность вращения, и надежность обеспечивают такие системы, как Микромодуль 2 и Silent Drive. Также в этой катушке шпуля выполнена как в более дорогих моделях, как в Стеле, как в Твине новом. Здесь лонг шпуля, увеличенная по длине для лучшего дальнего заброса. Ручка здесь вкручивается, как и всех дорогих катушках, в главную пару. Ну и весит эта катушка при размере 4280 грамм. Хотел бы вам еще сказать такой момент. На многих сайтах вес этой катушки пишется 260 грамм. И когда я ее заказывал, то тоже стоял вес 260 грамм. Хотя по факту, когда катушка пришла ко мне, я ее взвесил. И оказалось, что катушка весит 280 грамм. И на коробке здесь тоже так написано. Поэтому, если захотите себе такую заказать, то будьте внимательны. Сейчас расскажу вам, зачем я ее покупал. Эта катушка будет служить у меня как такой надежный тяговитый трактор. Буду использовать ее под небольшие джерки, под очень крупный силикон в размере 5, 6, 7 дюймов. В прошлом году я, скажем так, увлекся ловлей щуки на крупные приманки в размере там 7-6 дюймов, на джерки, на большие воблеры 130-е. И вот как раз под задачи, под береговой тяжелый джиг, под крупные воблеры, под рыбалку с лодки на крупные приманки, вот будет служить мне этот аппарат. И сейчас я намотаю на нее шнур, кстати, тоже, можно сказать, новинка. Подарили мне вот такой шнур недавно. Golden Catch Inquisitor. Это 0,8 с разрывной нагрузкой 6,3 килограмма. Сейчас намотаем, проверим намотку катушки. Ну и на этом будем заканчивать ролик. Все, закончил я с намоткой шнура. Намотал вот этот восьмижильный шнур. Golden Catch Inquisitor. Пришлось, друзья, чтобы полностью заполнить шпулю, намотать 150 метров 0,28 лески. И потом уже поверх лески я намотал шнур.
взвесил катушечку, весь этот бэкинг получился, добавил к весу катушки еще 14 грамм. Получается, вес катушки теперь аж 190 грамм. Укладка шнура очень хорошая, как на топовых катушках Shimano. Все очень хорошо. Теперь будем проверять ее уже на рыбалках. Думаю, все должно быть отлично. Также, ребята, придет мне еще одна катушка Shimano. Если вам интересно посмотреть обзор, первое впечатление, то пишите в комментарии. Всем пока и до скорых встреч!